Она шила специально для меня джинсовую сумку. При мне ее довязывала, доделала, пришивала бисеры. И, в общем, вот это вот так вот. Все внутри оформлено, с карманом. Кармашки нашивала? Или они... А здесь трое или четверо джинсов разрезано, mm-hmm. для того, чтобы сделать вот такую компиляцию из разных цветов джинсовых. Mm-hmm. Да. Шнурок, потом вот посмотрите, там бомбочечки. Это а уже... что за шнурочек это? Это ты к Питю не обращайся. Она готовила все-таки низко. Я думала, она тоже без джинсы разрезала. Нет, 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 это была такая пушистая. Она в прошлом году, по-моему, даже то ли приводила. Пушистая. Это бомбочечки из двух сторон. Сейчас покажу. Да, вот это, по-моему, джинс, насколько я помню. Она вот эти джинсы, вот она очень уважает. И меня подсадила на эту ниточку. Вот. Поэтому... Да. Она приятная. Она очень приятная. Какая? И на ней, кстати, витые джинсы столбики. Витые столбики на ней получаются просто замечательно. Вот такая вот вещь. Это Петюнина из Беларуси. Приехала со мной. Специально связанная. Вот. Но она требовала, чтобы я ее носила. Я поклялась, что я буду... Вот видите, я же принесла ее. Я ее ношу, да. А как же. Теперь я по большим вещам уже начинаю специализироваться.